свету. Как раз сейчас свальку захилим и потравим чуть-чуть. Пару травит, ну. А может быть. Что значит потравим? Убиваем. Убьем Лану, ну. Да. ДПС хороший, хилы хорошие. 150 тысяч в прошлый раз осталось, сука. Да там вообще пиздец, ну, типа... Все. Биг Дэм бы выжил бы, убил бы. Там вообще такие микромоменты. Да, там можно ХП дать. Соточку. Резайся, кто там сдох. Биг Дэм? Да, я вышел, мог зайти, пока валька не закончится. Там этот. Че, мы убили? Вы уже убили? Да, 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 убили. Да. Заходи, боя нету. Ну, шкаф ебанитесь, в нем вот бежать полгода будет. Тут еще бидона нету. Танки лево-право там разделитесь. Тыкайте. Я бидону сумоньте Биг Дэм. Ну, вот как раз избавление, мне такая параша. На хп-приста критового. В ДЦшниках хуй знает. Не, ну на дестрика нормально, понапрыгнул. Так, хэпалы. Кто за кем будет летать? И, ну, надо, чтобы один кто-то летел вперед, а второй за ним. Чтобы вы там не, ну, не исполняли хуйню. Кто будет они здесь? Они могут вдвоем. Закинь ее с кем-нибудь там, с друидом. Или с ДЦ. Так. А я тут побуду. Короче, хватит, короче, за звездой летайте. В смысле двоих, не хватит. Этот, втроем. Давай спекнись, кто там, Акис или Призан, вы тут? Призан. Давай спекнись в доп хила, на рейде посидишь. Танков разделите, бидон с Призаном. Этот, отже летаешь с ними, с двумя хапалами, быстрее захилите. Почасовой, Эма первый я, второй ты. Кто танчат, где? Ну, кто слева, кто справа. Мы уже разобрались. Холидринг справа, Лингрен слева. Вот Холидринг квадрат. И лечим через некромантику. Лингрен треугольник. Готовы хилы? Чё, отчёт давать? Некроманта можно метку поставить на лоха. Он с этим достиг. Ну там Шектор, зайди давай уже. А у меня эти все забагались, секунду, перекину. Чё забагалось? Нормально, нормально, все уже тогда. Ну ты еду-то хоть пожри, Нурик, или как ты, блин, хилить будешь? Чужаки ворвались во внутренние потоки. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Подавление. Ностальджи, сначала подавление, потом толст. Свечка справа. Давление ДП справа.
suppressors spawned. Свечка слева. Давление. Свечка справа. Ударный курорт. Подавление справа. Свечка справа. Мазда. Сейчас хорошо залечу, у нас будет больно. На тебе и сесть, если что. Последний портал, он еще пойдет. Давай, Эмагас, давай, полетели. Свечка справа. Сейчас на мужика лечу. Захилите, да, сейчас? Да, должны. Давай, крылья, вся хуйня. Геру, крылья, всю хуйню. В цель выберите Вальку и гимна хп хилы. Присты. 20 секунд, успеем. Ну, дайте мне плащик, или что там? Дайте мне шею и кольцо. Кольцоны? Плаща не... Дайте кольцоны. Два кольцона. ГЦ, блин. Ай, пиздец. Ну все, лутанулись, пойдем Лану убивать. Пойдем. Сразу сильнее стали, да? Классики тут падают. Не повезло просто, блядь, не лутанулись. Ну да. Не получилось, не фартануло. Пацан к успеху шел, блядь. Пошли на Лану, блядь. У меня такое сомнение, точнее уверенность четкая есть, что мы убьем сейчас. Первая трая. А, смотри, на квест пишет. 2 минуты еще успеваем, нахуй. Хорош. Сейчас хуяк еще и квест сделали, да? Да и похуй на этот квест, блядь. Ну если только там 10 багрух не выпало, то тогда не похуй. Ну это вряд ли, блядь. Можно отменять расколотый трон, да? Понимаешь, вот когда челик с 2 тычек с разницей в 2 секунды вздыхает на взлетке со сопротом нахуй, я не знаю, как убивать, блять, просто не представляю.
ну, по рекаунту тычка летела в него. И первая, и вторая. То есть, ну, значит, хилый и слаг. Я не могу объяснить, как, почему так. Вот мобы убивают рейд, смотри. Три тела уже лежат. Так они начали. Быстрее танка. А, нубы, получается. Отчаянные. Алана ржет, смотри, сверху, нахуй. Не повезло, говорит, бля. Она уже сверху ржет над нами, блядь, что мы даже на трэше, блядь, вайпаемся. Не, ну видишь, какой прогресс. Второе КД леди с первого трая. Так так и должно быть, блядь, это босс говно, блядь. Вся сложность от духов отбежать. Законтролить, отбежать. Да контролили это люди, блядь, не дубы какие-то, вон там, смотри, блядь. Войд, Вадикон, блядь, Ревист, нормально. Никаких историй трейд, кому саппорт нужен. Войд, сам себя не похвалишь, да, как оплёванный. Ну а хули, блядь. Смотри, мне чуть пизды не дали. Ай, блядь, три моба сагрил. Я хоть посох поделаю, вспомню, было единки, блядь. Так, ну смотри, на связи, получается, был и исчез. И этого нового протопала тоже нет. Нового нету, да. Кто знает, может, не работает, кто знает. Еще восход есть. Еще кому нужен саппорт, кидайте трейд хистории. А что там, никто не ливал с гильдии, надо посмотреть журнал. Ну-ка. Где эта хуйня? Где журнал смотреть, блядь? Вот. Так. Дарна покидает, Дреми покидает. Это, наверное, в Сибирь ушли. Приходите за Сибирь, здесь лучше. Мы с Лёхой говорим 100%, там нехай делать. Под подушечку жалко. Да не, ну... Там, кстати, за слаки. Там за слаки вообще жестко. Так так и должно быть, по идее. Ну вот смотри, сейчас мы убьем Лича, допустим. И придут челики на замену, там 10 челиков. Так там ебать люди будут играть. Ну, потому что ты знаешь, у тебя за спиной замена сидит, она хочет в рейд. И там уже похуй, ИП, не ИП, ты стоишь ГП, блядь, и пойдешь чилить Даларан. Все. Если там. Не знаю, как там с кадрами, блядь. ГП тоже страшная штука, ты потом налутаешь, не отмоешься, блядь, будешь сидеть 3 месяца без шмота, блядь. Не, а это честная прям херня. ГПшка. Слышишь, ты там стаки считал на совете, он хпал знакомый рассказывал, 52 стака лутал на совете. А я слышал. Да. Ах, сука. Ну да, это нормально, ты лутаешь, там бомбу Так, значит, тактика очень простая. Не вайпаться, да? Короче, на взлетке. Как хилов распределить правильно? Я вообще нормально по кружку распределяю, им неудобно, как вы думаете? Слышишь, по поводу укусов, первых надо пусть ШП кусать. Да, в принципе, это можно оформить. Ну да, они, в принципе, нормально, да, можно. И их бустит укус, блядь, пиздец. Плюс отхил. Только надо это как-то оформить в плане, чтобы, ну, не получилось. Ну, чтоб Эльнория вкусила первого, он ПСО вкусит. Так, ну на взлетке давай так. Бидон. Ромбик. Вот же. Давай, треугольник. Геншин, давайте сдвинем в другое место. А сюда, например. Ну а этот потом еще есть. Вот от этих меток раньше на взлетке держим. Геншин, допустим, пускай в луне будет. Кто там еще есть? Допустим.
Давай ПСФ квадрат поставим, если что будет гимн давать, чтобы его не задел никто. Вот, значит, пасы вам. Кто с вас МТ будет? Кого больше с агро? Или кто МТ будет? Лингрен? Да здесь на пулами, в принципе, нормально все. Не, я понимаю. Давай, давай. Просто чтобы это... Тогда это, кто первую, кто вторую взлетку распределите. Да, Леха, я первую, ты вторую. Все, танки распределились. Теперь хэпалы. Вы, значит, давай Вивс на первую взлетку, Массакру продлеваешь после Павловской и Мастерауру даешь. На, именно Вихрь именно даешь. Шектор вторая взлетка, то же самое. Ну, Арарник, ну я не знаю. Наверное, сосредоточение быстрее. Арарник, сдай тоже на первой ЭМА на темную. ЭМА, как скиньте. Да, пускай два ЭМА будет нормально. Так, хилы поставил метки. Второй, как ЭМА скиньте, блин. Дальше, что, сопрот ты выдаваешь? А ты выдаешь история? Да, только их не так активно берут. Смотрите, чтобы у всех были сопроты. Кто там слабый, кто все не уверен. На взлетке, чтобы не сдохли. И давай разделимся немножко. Давай, вот, допустим, третья пати со стороны квадрата стоите, четвертая пати со стороны луны наша с позиция, чтобы мы сильно не толпились. Вот. Это самое. Кто там может... Локи, поставьте портал вот здесь, вот где шкаф стоит, вот ну, здесь, чтобы это... Чтобы на взлетке бежали сюда, потому что нас там слева, справа и так дохуя. Чтобы было место там миликом каким-то рассосаться возле ступенек, там право-лево тоже. Лужи еще будут. Лужи старайтесь лить вот на вот эту территорию. То есть одна здесь, вторая вот здесь. Вот имейте в виду, что она больше бьет, чем видно. Ну и это. Укус давай первую Эльнурию, пусть ловит. На него напулишь. Надо, чтобы это... Чтобы, ну, залупы не было, чтобы срыва не было агро. Значит, давай... Давакин, значит, напулишь на него. А спирит с истории напуливаете на... Кто МТ? Лингрен, да? На Лингрена. Вот, на Лингрена напуливаете. Чтобы Эльдурия был второй. Вот, остальные сильно там не врывайтесь. Ну, бейте, но сильно не врывайтесь, не старайтесь сорвать. Вот, ну, Эльнурию укусишь Песа, и дальше пойдем по топ РДД. Кто будет топ. Да, короче, сами смотрите в рекаунт, я ебал нам нахуй за ручку вас водить. Все. Вопрос можно, это Песа. Да, да. У меня квадратик, на взлетке я в квадратике. Да, да, прям стоишь. Да это коза. Ну, чтобы это... На Верочку. Давай по сейвам, значит... На первой взлетке. Ну давай, давай ты сдашь ПСА. Смотри, этот, кто там у нас есть. Короче, Лингрен, дашь по ПСА каплю. Каплю. И на первой взлетке. Тебя не убьет, как танка. И он прочитает гимн ХП на первой взлетке. Эльнурию они... там, не знаю, на свое усмотрение. Че укусы говоришь? Не будут передавать на первой взлетке? Два ХП. А я не помню. А может и будут. Они, по-моему, по первую взлетку два укуса должны. Да, давай, так, давай тогда Генши на себя зубы. И на первой взлетке ты читаешь, а Песа ты на второй будешь на хп читать. И Лингрен на второй на него дашь каплю. Еще Холидринг можешь закинуть каплю, ну, например, на Бидона, блять. На взлетке. На первой. А там на первой взлетке столько сейвов, я думаю, не сдохну. Ну смотрите, ладно, все. Самое главное, на взлетке не сдохну. Все, давайте проверку. Приподки готовим. Сейчас будете. Еда была? Что-то. Ай, заебали. Ну на еду еще. Меня ошибка лица. Ошибка. Я тоже. То же самое. Ладно, до связи. Ебать, заходим, ну. Мы все в боссе стоим, бьем или как? У меня там есть масло, нахуй. Приподки. Да я уже полетел, уже вот-вот, уже все. Там купил, не? Тыкайте, суманы пасть. Ну чё подвисло, блядь, я говорю. Чё за параша, блядь? Почему кто-то не вылетает, а кто-то вылетает? Провайдер, может, знаешь, ну, типа магистраль ебануло, мулькануло что-нибудь, типа такого какой-нибудь.
Вроде прогрузилась. Так, это я когда рыбу ставил, у меня вылетело. Вот рыба. Сумонти Песа и Рарника. Песа. Песа. Ой, давай завтра эту Синдру попробуем. Да попробуем все, блядь, главное приходите. Песа присумонился, Рарник остался. Бидон кубик. Тихо, тихо. Рарни. Без воды. Ебать, сейчас она сляжет просто с первого трая. Тварь эта крылатая, блядь. Или мы. Так, Рарни, кто? Хлоп такой щиток, да, Лев? Проверку, да. Что говоришь? Щиток хуяк и не пол, да? Было бы неплохо. Да, смотрите, напоминаю для тех, кто хуёво слушает. Это метки для хилов на взлетке. 5 хилов и пэса, блять. От них, сука, держим рейндж на взлетке. Мы стоим, бьем босса за спиной босса. Проебетесь с тенями 3 сотки сразу, блять. Укус тоже, наверное, сейчас. Короче, 3 сотки, блять. Еще раз. Жестко. А я думал, вы уже убили. Сейчас убьем, блять. Сейчас пойдешь в рейд. Уярить. Сотки лутать. Так, дает счет, все готовы. Давайте, приготовились. Пошли. Очень просто все. Две механики, блять, укусы передаем, пиздец. Водяку. Ну, Эльдорио укусишь. А, у этого. Да ебал я в рот эти лаги, нахуй. У этого просто. У него просто нету, нахуй, двойного напула, нахуй. Он же, блядь, у него спека босса. Подготовки нету. Пакт. Да пакт похуй. Исчезает. Тени 5 секунд. Ну, тени самое главное, не проебланьте. Тени пес. Одна лужа отошли, в мелизоне. Немножко одна лужа стоит здесь. Ну, нормально. В ней главное не стойте. Нурик, сдвинься. Эльнурио, сдвинься чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Тени готовимся. Некромантик. Следующие тени прям гипер надо вынести. Лучше туда, где одна лужа. Где одна полоска. Готовьтесь, тени 5 секунд. И они будут с фиром последующим. Челика надо не проебать. История. О, кошу, нормально. Нормально все, нормально. Рейндж набираем. Так, набрали рейндж, дубовые прожали. Нихуя, вы войду укусили, охуеть. Ленурия. Сразу ложимся, нахуй. Да давай. Не-не, не давай даже. Ну ты чё, блядь? Первый укус упал, нахуй, на 3 укуса. Мы... А, ну все. Чё, блядь, угораешь? Вот просто давай смотрим. Смерти. Смотрим, кто с ним рядом стоял. Эльнурио. Эльнурио. Так. Норовисти диван. Это какая-то нездравая хуйня, вот смотри. 10 тысяч, кровавый всплеск.
Это чья-то Ауеха его задела. А вот Оджи. Получается, Эльнурио подошел к Оджи. Правильно, Эльнурио? Поздороваться. Вот. В Оджи прилетела стрела. Когда ты укусил меня, блять? Ты сдох-то после этого, через 20 секунд. Ровей, снимай диван. Ну, от 20 секунд? Да ну. Он укусил, да, и умер. Там 5 секунд, и как раз на самый каст укус должен отдавать. Короче, это... А в тучке укус не передается? Нет, наверное, да? Надо, чтобы укус словил Эльнурио. Значит, на пул тогда дашь на него история. Нет, лучше у них история. У него там так, он с пула дохуя бьет. Да, у меня очень резкий на пул. Он сорвет нахуй. Давай тогда спирит дашь на Эльнурио. Кстати, шкаф сумоним. Меня нету никому, да, напуливать на него. Да не, спирит напулил. Мне что-то кусало. Да надо первый укус, надо подбегали, чтобы ему отдавали, пока он ДПСит. Он там прям давай, теряет. Давай. Топа заходи, блять. Ну не, я интерфейс менял, я пока хреново буду ДПСить. У меня непривычно, я похожу эту неделю, там побегаю завтра. Ебать. Ебать. Нормально. Не, вечером я нормально уже буду. Нет слов, просто нет слов. Так, тыкаем. Ребята, с тенями не слакайте. Не, не ставлю еще пока что. Завтра поставлю. Значит, смотрите, похуй, там укус передадите позже, под последние секунды. Лучше тучку на вихре нажмите, Песа с Эльнурио. Укусишь Песа и оба тучку будете прожимать. Геншин там первый гимн будет давать. И еще, короче, давай, короче. Ну ладно, похуй, нормально должно быть. Антифер на себя не забывайте. И встаньте на рельс. Как она вихре вот этот закончит кастовать, так передадите укус. А смотри, Нурик, что ты когда укус первый, вот кто первый словит укус, знаете, как сделаете этот укус передавайте не сразу, а побегайте в вампире секунд 5, чтобы вы укус передавали вот, ну, двое передавали тогда, когда она уже это, ну, вихрь будет читать. А можно дефаться хилиться, когда ты с укусом висишь? Когда у тебя укус, у тебя панель меняется. Но я просто не знаю, я не пробовал. Просто ты... так удобнее. Нет, ну, вот там, я с тобой... там ничего нельзя, только одна кнопка. Ну, значит, надо отдавать и самому спасаться. Ну, обычно я так делаю. А понимаешь, так, он когда отдавал, он подбегал к людям. Чтобы передать укус, надо вплотную подбежать. В этом проблема. Ладно. Чем вы там без сопрота, да? Сопрот, наверное, будете перепивать, хули раздухните так. Песа. Брюк. Все готовы, да, чё тут? 5, 4, 3, 2, 1. Хорош. Не судьба, нахуй. Не судьба. На танке. Я вижу. Ебал, нахуй. Ложимся, да? Да, да. Мне просто интересно, как вот ее дали. Что там пишет? Спирит на Лингрен. Все, что я делал, спирит на Эльнурио, Далакин на Лингрен. А, а вы вместе решили, да? Молодцы, нахуй. Ну всегда так делайте, нахуй. И история, и спирит, блять. Я же говорю, спирит, блять. Ну конечно, на танка надо пулить, блять. Упало нету столько агран. Спирит ему дал, блять, аграды хуища, этому Эльнурио. Бля, я, кстати, хз, как я напулил, потому что мне дал.
Фокус и Линград. Побежали. Разомнемся. Короче, времени мало остается, то я уже вырубаюсь. Завтра продолжим. Кого завтра точно не будет? Да, еще пару траев. Все на сегодня, да? Вы... Не, еще пару траев. А, окей. Бля, сделайте нормально. Один на пул спирита на Эльнурию. Остальные два на Лингерна. С пула прожми крылья там. Чтобы вообще пиздец. Ты должен быть первый, он второй. Еще ботинки включи. Второй танк только автоатакой бьет, бежит рядом с первым. Ни таунты, ни обилки никакие не жмет. Ему не надо быть ни вторым, ни третьим по игру. Просто быть рядом с тангом и бить автаты. Не сработал китайский ножик. Смотри, если я буду ее бить, то на нее дебаф вешается. 7% снижения урона по рейду. Ну да, бить-то бей. Главное, что... Ну только мне надо бить с пылами. Ну ты бей, но главное, чтобы ты Эльнурию не обогнал. Я тебе так скажу, он не обгонит. Вот. Я ж с тобой, когда танчил, я прям все скиллы прожимал, ничего страшного. Там на полы, потому что 3 на полы. На меня шли. Что, мы покажем трай сегодня, нет? Нормальный такой трай хотя бы, блядь, чтобы до берсы. Чтобы было кому ГП въебать. Да. А можно я на замене посижу? Я там вижу уже, блядь, кое-кто диван, блядь, хочет кинуть, но... Как хорошо, что я не танк, но... Оградите меня от этой хуйни. Рыба стоит здесь еще, давайте быстрее. А что, ты диван не хочешь? Кресло хочу, как минимум. Мягкое такое, нормальное, да? Ну, тури кресло-качалку, блин, для деда, нахуй. И поспать. Курюк, блин, ты последний. Пуляйте, блин, пуляйте. Так, даем отчет. Давайте, приготовились. Пошли. Так. Бигдэмэдж, смотри, хочет... Нормально. Сработало. Вот ПСУ пустишь. И дальше по рекаунту смотрите. Мне не надо кусать, я на самом дне, блять. Еще и лагаю жестко, блять. У меня ФПС, сейчас скажу сколько. Откусайте по максимуму РДД. 5 FPS. Жесть прям. Я даже не знаю, чем здесь FPS-то поднимать. Пение повыключать, всю хуйню повыключать. Свечение. Эффекты, да. Провести профилактику процессора, блять, и видеокарты. А, ну да, кстати, тоже как вариант. Это что такое? Ну... термопасту сменить, все пропылесосить, все поменять, да, почистить. Короче, каплю сдам на Эльнурио. А я на ПСО.
да. Тени перед взлеткой готовимся. Перед эфиром 5 секунд. Тени 5. Готовимся. Вот. Я одна лужу туда вносить. Беги, малышка, беги. Вот. С меня здесь диспелите. Я дубовую отдал. Беги, малышка, беги. Че, на рейндж? Сбегаемся быстрее для пакта. Пакт 2 секунды. Да, вот этим. Тени 2 секунды. Готовимся. Мастери. Не сдохни. Рядом, не беги с другой. Не сдохни. Захильте его. Хильте, хильте его. Следующий, вот видите, направо понесете возле стены. Там исчезают уже тени, видите? Направо или налево, место есть. Тень опять секунду, готовимся. История. Вот там кош, нормально. Укусы, 4 укуса, сейчас 8 человек с укусами будут. И самое главное, вот эти сейчас 8, укусите еще 8 ДД. Какого хуя укушит бидон, уёбки? А, сори, блядь, сори, я уже... Нет. Я ошибся, я просто ромбик на нем увидел. Сори, сори. Тени. И страх. Давакин. Вот давакина сдиспелить. На себя антифир обновите присты. Это самая ответственная взлетка. Готовьте все фулл прожимы. Фулл прожимы. На рейндж быстрее встаем. Дубовая. Этот, как он называется, спокойствие, все дуриды читаем. Все, укусы 10 секунд передаем. Сбегаемся под жопу. Вот воид, если тени что. Будут, тени. Тени секунда. 3 секунды. Воида укусите, воид не укушен, если кто. Эльнурия, беги. Теперь Геру. Курюк, Атис. Два бомжа. Убейте их. Вот вместо босса мы вас бьем нахуй. Вы еще нас убиваете, уебки, сука. Укус нельзя было передать? Бэр, дай. Блять, пиздец нахуй, блять. Ебаный в рот. Я не знаю, что сказать вам нахуй. Бейте босса. Тени, готовьте. Почему вы не можете укусить выбрать другую цель, блять? Сука. Я не успеваю. Перса 17. Да давайте, успейте. Да хули давайте, кто добивать-то будет? 12 лямов нахуй, смотри. Курюка Акиса. Курюка Акиса, правильно? Да. Вот скажите мне, ребята, в чем проблема, блядь? Я почему-то был уверен, что передал. Убедитесь, блядь, поставьте воду, сука, и смотрите, блядь, передали вы или нет. Я нажимал, даже коня был укусом. ГПшка посыпалась, нет? Ну хули, выхода нету, блин, надо сыпать. Это пиздец, вот из-за вас мы не убили, нахуй. Там ее нех убить ну, оставалось. Это просто был килл, ну. Сука, да. Блядь. Короче, нахуй, давайте резче вставайте, блядь, еще раз, нахуй, так же. Нихуя сложного в боссе, сука, нету. Всего 7 припотов еще. Да хули, какой уже там припод, когда вон челики, блядь. Вот как, сука, 10 секунд можно простоять с укусом, ребята, блядь.
Да 12 лямов, какие припоты, нахуй. Там не то, что припоты не помогут, там, нахуй, 10 шемов, нахуй, не помогут. 10 лямов. Кто их бить будет, сука? За 20 секунд. Никто их не убьет. Они просто скосили 4 человека, нахуй, еще сами сдохли. Ну, их захуярили. Вместо босса мы их... Да, это минус 4 укуса просто сразу. Да, да. На месте. Ну, вот так вот, нахуй. И еще минус, блядь, 6 человек, нахуй. Вот, блядь. Я не знаю, вам проговаривать надо или что. Вот вы видите, кто укушен. У вас как получается? Вот челик выбирает, допустим, Вадикон выбрал историю, и, допустим, Топа выбрал историю. И они кусают одного, нахуй. Один укусил такой, ну кто быстрее, блядь. А второй в него тыкается. И 10 секунд ровно делает это, тыкается, а потом превращается в вампира. Ну вы можете понять, что вы кусаете человека, который превратился? На него вешается значок вампира. Вы должны это видеть во фреймах своих, в этом Вуду или что у вас там есть. Если у вас этого нету, сука, вы должны это исправить, поставить это. Или что, ну, не кусается, вы не превращаетесь обратно в нормального человека. Вы, блядь, должны поменять цель свою, сука. Все стоят под жопой для чего? Для того, что ты повернул камерой право-лево, нахуй, укусил, поменял укус. Короче, сука. Сколько можно, нахуй, с вами так, блядь, сусюкаться? Там же панелька с одной обилкой, правильно, блядь? Давайте, да. Давайте посерьезнее. И он 10 секунд дрочил однюшку? Наверное. Не знаю, что они там дрочили, но это 10 секунд, блядь. Анекдот, как это, типа, про маленького мальчика, как он по-английски от 1 до 10, раз. Ну ладно. Вот это, если просто такая ситуация, там остается там 2 секунды, 1 секунда, просто на 5-й пати выбирайте, после любого клацанки, а больше только... Какая 5-я, блядь? Да мы все вместе стоим, какая там разница? Какая? Любого вот... без укуса ТД выбери. Смотри, математика, нахуй. Вот смотри, с 25 вычитаешь 5, остается 20. Вычитаешь 2 танка, остается 18. Укусов, сука, 8 человек передает 8. Это сколько? 16, нахуй. Значит, 2 бича должны быть неукушены. Давай сразу договоримся, кто это. Кто нас меньше всего дает? Ностальгия и, допустим, Войд. Вот, всех остальных вы должны кусать. Вот если вы 8 человек 8 передаете и тыкаете своего, и не получается, то кусайте либо Войда, либо Ностальгию в последнюю, сука, очередь. А не 4, нахуй, 4 передает, и вы нас кусаете, блядь. Кусайте топ ДД, все остальные больше всего дают ДПСа. Все по 20-ки там дают. Дня ФПСа, нахуй, как, ну... Блять, короче, нахуй, включайте ебучий свой мозг, нахуй, вы должны, если вы не видите, кто укушенный, кто нет, нахуй, ставьте в удусе. Я не знаю, нахуй, или с вас интерфейс скрин просить, вы, походу, там, не знаю, без фреймов играете, нахуй. Давайте, блять. Вы сами видите, несложный босс. Два трая у нас еще. Да, один трай, нахуй. Это последний. Эти припоты. Че, два? Можно мастер. Ревист готов? Все готовы, да отчет припоты готовим. 5, 4, 3, 2, 1. Хорош. Перестарали. Падаем. Ложитесь. Какая-то жалость. Ну вот просто сейчас опять перематываю до Напула. Смотрю. В принципе, спирит один, да, Напулевал. Подойдите к ней и умрите. Я не знаю, ну. Подойдите. Ой, дядя Иван. Вот, блядь. Подойдите, умрите. Зачем она к вам идет? Сейчас зеркалом поубивает диван. А похуй вообще. Короче, напуливайте на танка втроем. Кто получит, тот и получит. И в рот его ебать. Не повезло. Если что, можете с пула 10 секунд автоатакой побить. Я думаю, не рассыпитесь. Лучше не автоатакой, а лучше просто постоять 8 секунд до того, пока человек укус получит, а потом начать бить.
Вы, ну, блядь, вот побьете автоатакой, проки проебете, а потом чем вы, блядь, дамажить будете? Ну да, в плане проков, да. Можно проки не проебывать. Короче, с пула стоим, ждем, нахуй, пока Эльнури укус получит. Ну и там, это, там даже... А это оправдано? Условно. Я хуй знает. Ну, судя по тому, что 6 человек у нас сдохло, и мы 20... Сколько там не добили? 10 лямов? 10-15 я... было. Я думаю, оправдано. 7 лямов. Там 6 или 7 лямов осталось. Я думаю, оправдано. Так 15 лямов было, умирайте. 7 лямов было, да 10 тебе было. Так, 6 или 7 лямов оставалось, когда мы в Берсул перлись. Да нормально, там, блядь, 8 человек мертвых лежало, минус 4 укуса, блядь, чего вы хотите от этого, да? Чтобы люди все четко передали, все бы 25 человек были живы, и босс бы умер. На танка напуливайте. Ну еще, конечно, попробовать с сальвой. Нет, там спора с сальвой, кумысом. Мне кажется, как кумыса выпить, нахуй. Ну ладно, бань подкидывает, на тебя рукцы ешься. Мы не бьем, ждем, да? Да. Ну кто хочет, там бить, а так. Кто мало агро набирает. Роги, в принципе, на пульщики могут бить. В чем проблема была, чтобы роги кинули, допустим, по танкам отдельно на пул, а хан кинуть надо по Эльнуре? Уже пробовали. А чё, умена ни у кого нету, да? Ну, бичей нету, нахуй. Сейчас Эльнурио вообще не вижу. Добейте, нахуй, похуй вообще, кто получит укус. Он Биг Дэм получил, да и пох. Главное передать укус и не сдохнуть на взлётках, всё. Тени 5 секунд. Давай. Опять же. Некромантик. Следующие сферон будут. То есть. Тени 5 секунд. Ебанов. Падаем. Бигдем раунд. Он же не укусил, че ты из меня бегал? Беги, малыш!
Девочка, беги! Беги, малышка, короче, это самое хорошее. Правильно. Может, последний? Давай еще один попробуем. Не-не, у меня полночь уже. Да. Я ебал. Ну, значит, завтра. Рисуем замену. Один хуй пока что это. Шмот не тот. Легер. Так, давай посчитаем. Пери там тебя видит. 1300. Кто у нас? Скажите там ники. World Congen Siege. Подожди, не раздавай, перезайду. Все, можете заходить. А я Сиджи давал 1300? Да, давал. Так, World Congen. И шаман. Ну, 0 ЕП. Надо его обычка посмотреть. Так, и еще сколько боссов получается? 8, что ли? То есть. Ну, минус 6800. 1800, да. Вот, 1800. В среду просто спишешь, как говорится, 25% и опять столько же станет.